8 километров в одну сторону и столько же в другую. Именно такое расстояние от микрорайона Плодово-Ягодное до школы номер 70. Раньше детям часто приходилось преодолевать его на городском транспорте или даже пешком. Теперь учеников в школу будет возить комфортный автобус. Ключи от него вручил директору школы, исполняющий обязанности главы города Константин Межонов. Сейчас у вас новый автобус. И вместимость его в полтора раза больше, чем те стандартные автобусы, которые были раньше. Поэтому я так думаю, что в любом случае школе будет комфортнее, и ваши родители могут быть спокойны о том, что дети вовремя сядут на автобус, приедут, так сказать, и будут заниматься уроками. До сегодняшнего дня ребят от микрорайона до школы подвозил старенький автобус ПАС. Его вместимость была всего 22 места, и приходилось делать по много рейсов в день. Очень плохо жилось нам без автобуса, потому что дети были вынуждены пропускать уроки из-за того, что они не могли добраться иногда до школы. Было очень проблематично. Старый автобус постоянно ломался. Иногда дети даже ходили пешком, то есть или добирались на общественном транспорте. Вот. Соответственно, ну и уроки пропадали, и знаний они получали намного меньше. Их невозможно было оставить после уроков. Новый автобус изготовлен в 2017 году ООО «Спецтехника Нижегородец» посредством переоборудования итальянского автобуса «Ивеко Дейли» в соответствии со всеми необходимыми ГОСТами. Автобус новый. Нареканий пока никаких не возникало. Предназначен для как раз для такой школы, где большое количество учащихся. Я так думаю, что всем участникам, учителям понравится этот автобус. Поздравить детей и их родителей сегодня также пришли парламентарии города и края. Они внимательно осмотрели новую машину и отметили, что она действительно просторная и комфортная. Завершилось мероприятие танцевальными номерами школьников и запуском в небо воздушных шаров. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, новости на восьмом.